Россия выступает за ускоренное решение проблемы карт минных полей в Карабахе, как передает канал 13. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 11 мая на пресс-конференции в Баку по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, комментируя вопрос о невыдаче Армении Азербайджану карт минных полей. «Мы за то, чтобы вопросы, имеющие гуманитарный характер, решались максимально оперативно и без каких-либо предварительных условий. В частности, имеется в виду урегулирование проблем, связанных с материальными остатками войны. В данном случае мины», — сказал российский дипломат. Лавров сообщил, что обсудил этот вопрос в Ереване и видит позитивные подвижки. «Мне показалось, что у армянского руководства есть понимание того, что этот вопрос необходимо решать. И были сделаны первые шаги, и я об этом проинформировал азербайджанское руководство. Надеемся, что этот вопрос ускорится и полностью решится», — подытожил глава МИД Российской Федерации.